Новый рентгеновский компьютерный томограф начал работу у Гомельской областной клинической больницы. Аппарат разместился на площадях былой дитячей хирургии. Перед установкой томографа провели ремонт помешкания, специалисты прошли навучание. У сравнении со своим попередником новый аппарат сучасный, мая больше высокое разрешение. Повеличилась пропускная здольность, з'явились новые опции. Час доследования скорочены больше, чем у 4 разы. Отповедно, меньше променевая нагрузка на пациента. Больше як 1 миллион рублей на набыццё аппарата было накировано со сродков республиканского бюджета. Вводу эксплуатацию нового компьютерного томографа повысить доступность сучасных диагностичных методик для жыхароў в области и даст магчимость выявлять на больше ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологичные и іншие захворвания. По статистике нашей, где-то делается порядка 80-90 исследований каждый день на аппарате в круглосуточном режиме работы. То, что здесь идет поток и травмированных больных, тех больных, кому показан этот вид исследования. Работает сейчас в условиях областной больницы два компьютерных томографа. Конечно, это позволит, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию, снять эту проблему. Ну и на будущее обеспечит оказание данного вида помощи стабильно, надежно, когда аппараты не будут выходить из строя, будет взаимозаменяемость этих аппаратов.